В рамках двухдневного визита в Даугавпилс посол Казахстана Буржуан Мухамеджанов вместе с представителями казахской железной дороги посетил центр по ремонту локомотивов предприятия «Аритоша Составосервис». Гости ознакомились с возможностями предприятия, в том числе и процессом модернизации магистральных локомотивов 2М62 УМ. В Казахстане очень много таких же подобных заводов, потому что масштаб Казахстана намного больше, чем латышский масштаб. Поэтому нам приходится ремонтировать огромное количество своих тепловозов, электровозов. Ну и Казахстан сейчас производит сам электровозы. Сейчас ваши руководители тоже неплохо давали отзывы. Мы с General Electric производим эти электровозы. Но то, что вот вы делаете реновацию, это безусловно, это очень и очень интересно. Потому что стоимость там нового электровоза и того, что реновацию прошло, она, конечно, там не скажу в разы, но довольно-таки большой процент, он дешевле. А после того, как он выходит с этого завода, этот тепловоз может работать 30 лет. После модернизации расход горючего у локомотивов снижается примерно на 40% и, как следствие, уменьшается влияние на среду. При этом увеличивается их мощность. Проект модернизации предприятия «Аритоша Составосервис» осуществляет с 2014 года. В общей сложности планируется модернизировать 14 локомотивов. В июле руководство РСС посетило выставку «Астана-Экспо-2017», где презентовало свои возможности. Председатель правления ЛДЗ «Аритоша Составосервис» Эдгар Сабрамс называет Казахстан одним из главных партнеров в перспективе сотрудничества. В настоящий момент Казахстан является лидером среди постсоветских стран по строительству железных и автомобильных дорог. Мы смогли показать, что наши инженеры могут создавать новые технологии. Обсудили, какой вклад мы можем внести в ремонт вагонов. Также оговорили такое перспективное направление, как контрейлерные грузоперевозки и возможность обмена опытом среди инженеров. В Казахстане очень сильные специалисты по ремонту вагонов и локомотивов, и нам есть чему поучиться. Со своей стороны, «Аритоша Составосервис» готов предложить свои услуги по обслуживанию вагонов, определенные инженерные решения. Если же говорить о концерне в целом, то это весь спектр услуг, касающийся логистики и грузовых перевозок. Как отметил Бауржан Мухамеджанов, Казахстан заинтересован в диверсификации направлений доставки экспортной продукции, и балтийские страны входят в число интересующих их маршрутов.